Завод по выпуску гофрокартона «Казбия Лайф» открыт на территории СЭС «Онтустык». Стоимость проекта составляет 650 миллионов тенге. Оборудование для предприятия было приобретено в лизинг по линии «Риц Максимум». На новом предприятии пока работают 60 южан. Нас обучали китайские специалисты, работать начали 3 месяца назад. Зарплаты неплохие, чтобы прокормить семью хватает. Обеспечивает двухразовым горячим питанием. А для тех, кто приезжает издалека, есть ночлег. Оборудование было приобретено в России, Алматы. Ежегодно на предприятии планируют выпускать до 63 миллионов квадратных метров гофрокартона. Глава области, познакомившись с работой предприятия, заметил, что у предприятий, включенных в карту развития, большой потенциал. Хотя это, казалось бы, такая обычная продукция, спрос на нее огромный. Сейчас предприятие наращивает темпы производства, поэтому и стоимость картона стала заметно ниже. А спрос на качественную отечественную продукцию вырос в разы. У нас много заказов из Кызылординской, Жамбыльской и нашей области. Треть сырья – наше отечественное. Используем нашу алматинскую бумагу. Стоит отметить, что из 223 проектов, включенных в дорожную карту бизнеса 2020, 104 уже реализованы в этом году. До конца года планируется запуск еще 40 проектов.